Здравствуйте, мои красавицы. Покажу вам еще одну машиночку. У меня их тут склад. Называется Netchi. Итальянская фирма. Сейчас мы с вами посмотрим, как она шьет. Ей всего 2 месяца. Я ее купила, потому что я, наверное, любитель машинок. В общем, я ее купила и поняла, что я хочу... Совсем другие машинки хочу. Вот я докупила потом Бернину еще. Давайте посмотрим, как она шьет. Длина стежка 1,5. Я тут долго не могла привыкнуть к закрепочке, потому что она, когда нажимаешь на педаль, она не срабатывает. Она у нас такая, знаете, надо остановить педаль, потом нажать на эту кнопочку, и только тогда она начинает шить. После ПФАФа было сложно перестроиться. Дальше. Здесь есть у нас... тоже позиционирован не иглы, как и в остальных машинках моих. И здесь еще плюсом идет обрезка нитей и точечная закрепка. Шьет тоже все прекрасно. Любые ткани шьет, справляется со всеми тканями. Но вы знаете, что я плохие машинки не покупаю, потому что я с ними дружу. Так, тут надо слегка вытянуть нитку, чтобы... Она начала шить дальше. Делаем закрепочку. Тут у меня просто такой план шитья с закрепочками. Я уж дошью ногу одну, чтобы мне ее не бросать на полпути. Вот так я шила кукол на этих машинках. Они в идеальном состоянии. Ну, если не сказать, что это вообще новая машинка. Так, и делаем обрезку нитки. Вот она обрезалась, прекрасно шьет. Давайте я вам еще прострочу. Вот эту мы на ПФАФе сейчас строчили. А вот эту мы прострочим. Где там нитка-то? Ой, нитка закончилась. Что, сейчас посмотрим, пойдет шить, не пойдет. Да. Так, длина стежка 1,5. Это тоже бифлекс. Вот она, эта строчка. Видите, они даже практически ничем не отличаются. ПФАФовская строчка и Netchi. Netchi. В общем, как-то так. Что я еще про нее не рассказала? В нее входит вот такая вот автоматическая для петель. В общем, тут еще какая-то штучка. Не знаю, я их еще не разбирала даже. Ну и все остальные прибамбасы. Кстати, здесь очень много лапок. Просто вот я ее взяла из-за того, что здесь просто огромный набор лапок. Все сюда входит, я все ничего не забирала. Столик приставной. Вот они строчки. Вот они вот тут вот. Вот такие много-много разных. Вот тут вот алфавит и петли. Вот они. Нет, это не петли, это алфавит. Все тот же алфавит. А где у нас петли? Петли вот они. Вот они. Их очень-очень много. Так, тоже на Авито ссылочка. Кому хочется, доставку сделаем. Все, спасибо за внимание, моя красавица.